Итак, дорогие друзья, на одной из лучших спортивных площадок Москвы и России «Динамо» в Крылатском пройдет грандиозный боксерский вечер. В рамках шоу «The Winner Take It All» будет участвовать Рой Джонс Джуниор, Соединенные Штаты Америки. Давно уже не было. У боксера подписали такие контракты. Итак, дамы и господа, разрешите представить первую пару боксеров для официального взвешивания за звание чемпиона мира. Interim WBA World Middleweight Title. В среднем весе приглашается первая пара. Дмитрий Чудинов и Хуан Камило Наво. Итак, дамы и господа, весы показали 71 килограмм 700 граммов. Дамы и господа, Хуан Камило Наво из Колумбии. Дмитрий Чудина, 72 килограмма 300 граммов. Завтра спортивная арена «Динамо» Крылатская принимает бой за звание чемпиона мира Interim WBA World Middleweight Title. Встречается Камило Наво, Колумбия, и Дмитрий Чудинов, Россия, face to face. Прогноз наш на завтрашний день такой, что естественно, что выиграет Дмитрий Чудинов, как мы думаем, выиграет Петернов, и выиграет Рой Джонс, и выиграет, естественно, Руслан Семенов. Дамы и господа, вес Константина Петернова 81 килограмм 200 граммов, вес Сергея Кимова 80 килограммов 200 граммов. Константин Петернов, бокси Казах, город Чебоксар, Россия, и Сергей Якимов, город Хабаровск, Россия. Доктор Лодер, один из флагманов российского фитнеса. Дамы и господа. Рой Джонс, конечно, великий шоумен, и я надеюсь, он завтра преподнесет нам красивый бой. Прошлый приезд его был обращен, так сказать, неудачами. Надеюсь, в этот раз покажет достойный, красивый бой. Встречаем, дамы и господа, Рой Джонс Джуниор, United States of America. Бой за звание чемпиона мира WBU в тяжелом весе. Контрольное взвешивание. Зинедин Бен Манфлю, Франция. Зинедин Бен Манфлю, Франция. И его соперник Рой Джонс Джуниор, United States of America. Бой за звание чемпиона мира WBU в тяжелом весе. Зинедин Бен Манфлю, Франция. И Рой Джонс Джуниор, United States of America.
Итак, дамы и господа, вес Роя Джонса 89 килограммов 600 граммов. Face to face. Что касается боя Роя Джонса, ну, в наше время это был вообще легендарный, когда он был в молодости, чемпион, ему не было равных, это шоумен великолепный, который собирает полные залы. Что он покажет сейчас, но я думаю, что он покажет очень красивый бой. Я верю, что он сохранил и силу, и энергию, и по физической форме я тоже увидел, что он очень силен сейчас. Все готовились. А так, кому повезет, это все-таки бокс. Россия за последнее время добилась серьезных спортивных результатов. Мы приводим первых лиц бокса, заслуженных чемпионов. В 2014 году в Сочи состоится Олимпиада. Это тоже большая победа нашей страны. И как символ Олимпиады, факел, который сейчас идет по всей стране, я привез его сюда и хотел бы, чтобы Рой Джонс также вместе с нами принял символическое участие в эстафете Олимпийского огня. Ну и напомню, что Рой Джонс у нас еще не только боксер, он творческий, креативный исполнитель песен. Рой, прошу тебя. И фотография. Спасибо, Рой. Рой вчера у нас в клубе юбилейно встречался с детишками, которые написали письмо Деду Морозу, что хотели бы с ним встретиться. Спасибо ему большое. Ну и фотография с факелом Олимпийского огня. Дамы и господа, аплодисменты. Рой Джонс Джуниор, Александр Муромский. Аплодисменты. Александр Муромский сейчас представлял всю Россию. Россию, которая принимает будет у нас в следующем году Олимпийские игры. И да, по традиции Александр Муромский сейчас делает презент Рою Джонсу. Да, на Руси всегда славились богатыри своей чудовищной силой. Такой подарок получил Владимир Кличко. Владимир Кличко, да. Рой Джонс. В традициях русских богатырей. Рой Джонс Джуниор.